Осенью прошлого года был проведен тендер на строительство здания метеоцентра, площадки метеоцентра в городе Читтагонг. Нами был выигран этот тендер, и мы начали производить работы. Работы планировалось выполнить в течение 5 месяцев. Мы закончили в течение 4 месяцев. Вот на этой неделе была уже предварительная комиссия. И надеюсь, что в следующем месяце мы сдадим. Насколько я знаю, финансировал Международный валютный фонд или Европейский банк реконструкции и развития. Очень удачно, очень удобно было работать с ним. Финансирование было вовремя. Мы постарались выполнить работы качественно, как сами видите, впечатления и у членов комиссии, и у тех, кто будет эксплуатировать, очень хорошие. Они довольны. Но остается заселиться ими, получить ключи и заселиться. Ну и пользоваться. Надеюсь, что прогнозы погоды в связи с этим улучшатся. Постарались, получилось, по-моему, даже неплохо.